О, Михайловна, аж светится вся. Всем здравствуйте. Привитание. Привет. Привет. Ну, а мы наконец-то, на рыбалке. Так, взяли мы две закидушки и два поплавка закинул. Вот пока что один. Сейчас потиху будем все забрасывать. Михайловна тем временем прибирается. Алиса. Цветочки собираем. Юра там непонятно, что делает. С барни, короче. Ну что, только Денис удочку закинул. И у нас результат. Ёрш. Ну, хоть так. Угу. О, какой. Дракон. Дракон. Видишь, какой. Алиса видела? Смотри, Кенни. Это называется дракон такой. Юра, это не дельфин, это дракон. Можно подержать, только аккуратно выпускайте его. Я буду выпускать. Выпускайте, да. Выпускайте. Выпускайте. К своей маме. Я тут, покуда прикормку мешать пошел. Михайловна, ум. Сейчас радоваться будет. О! У меня большой. Да, он тебе побольше. Олег, слушай, вообще драконы нормально. Драконы крупнеют со временем, да? Драконы крупнеют. Красота какая. Аромат какой. А, аромат какой. Сало копченое. Сало копченое. Мы это, забросили, короче, уже закидушки. Вон они. Одну туда поставили, вторую там вон, с поплавками. Ну, пока что. Пока что у нас перекус. Не менее приятные моменты. Угу. Да, перекусим и возьмемся уже толком за рыбалку. Окунь. Да ладно. Ну. Ну, хорошо. Окунь это хорошо. Ну, хороший окунь. Хорошо. Знаешь что? Если мы взяли приманки на окуня, то есть спиннинг, микруху, то это будет классно. Ну что ж, перекус пошел на благо, так сказать. Не знаю кому, но мне-то точно. Там тишина. Здесь что-то дернуло. Дергало немножко на поплавки. Сейчас их надо перекинуть. Мелочь, наверное, дело какая-то. Ну что, у нас хорошие новости. Только что клюнула плотва. Еще даже не подкармливали мы ничего тут. Так что должно клевать. Будем ждать трофейную рыбу. На червя? На червя, да. Даже не на кукурузу. Клюе что? Ходи. Жабы прыгают. Жабы прыгают. Помоги, Наташ, палатку собрать. О, что бы ты без меня делал? Я бы сказал, но не на камеру. Какая килька! Это собака. Отпускай, ну конечно. Ну конечно, отпускай. Я хоть засушу. Смолю пусенькую эту. Дай, чтобы мозги в трофе. Аккуратней. Плыви, килька, скажи всем, если будете попадаться, такие мелкие, в следующий раз не отпущу. Тут, короче, вон грузило кое здоровое. И поплавок. Ну это на ночь покупали, чтобы ну, светляка одевать. 5-граммовую. Как она потянула ее, я не знаю. Не знаю. Ну. И крючок, во. Мы на карпа в прошлый раз его одевали. Дети едят, и Барни наблюдает. Барни, ну что за попрошайка? Хотели закидуху перекинуть чуть подальше. А у нас вот сюрприз. Это кто? Это у нас... Скумбрия, Наташа, как всегда. Скумбрия, я знаю, как выглядит, да. Не надо мне. Ну, это ее родственник. Нет, это даже опять не родственник. На здоровенный крючок и на такую вот здоровую кукурузу. Но прошлое на червя клюнула, а это на кукурузу. Да, я вот специально отсечь хотел, чтобы не клевали. У нас мы карпа хотим сейчас ловить. Хотим, хорошего. Да, хотим.
Ну, пока что вот. Ну как твое впечатление от озера? О, хорошее. Хорошее. Погода только что так, сейчас так. Ну с утра выжили, такая погода шикарная была. Сейчас испортилась. Ну еще у нас сколько? Три часа. Да, еще только 3 часа. Будем ждать хорошую погоду. И рыбу хорошую. И рыбу хорошую. Угу. Угу. Михайловна кричит, что там клюнуло ее дико. Очень дико или так? Ну, так. Так. А где Наташа клювала? Вот. Ага. А как клювала? Вот так. Чик-чик. Угу. Попробовали невкусную кукурузу и решили уйти. Подожди, это не рассмаковали просто еще. Надеюсь. О, клюет Наташа еще. Да, да, меня? Да. Угу. Ну. На кукурузине. О, о, о. Ну, видишь, немножко что-то. Может дернуть? Кого ты дернуть собираешься? Удочку. А, удочку. Я думал так, что. Ой, ну не будь такой серьезной уже, но. Водой, Наташа! Водой! Выпрыгнула это, Наташа, как ее? Ой, ой. Вон опять. А ё-мо, я ж не могу, у меня ж не 25 раз. Михайловна. Это плотва уже 25 раз. О! Я думала... Ты с одной разберись хоть, за две хватайся. Маленькая килечка. Маленькая килечка. Ну, душенька твоя уже отведена, спокойно. Нет. А какой тебе надо? Мне надо вот такой. Вот такой надо. Карп. Вот какая. Красивая. Ну, наверное, может и выпускай. Конечно, зачем же она нам такая? Там насушить у нас так уже есть немножко, да? Да. Потом посмотрим. Ой, у нас тут драма целая была. Кот принес птенца. Боже мой, чуть отобрали. Отобрали. Посадили в коробку, напоили, червяками водой накормили. Оказался птенец воробья. Благополучно был спасен и отправлен восвояси к своим родителям. Ну, он уже почти летал. Да, он летал. Он потом с веточки на веточку прыгал и улетел. Кот мышей приносит, он их приносит до крыльца. А птенца прямо домой принес. Может, он реально с гнезда выпал, а кот его спас. А мы спасли его у кота. И все, и спасли всех. А что, так же, ну? Тут у нас серьезные дела. На нашу закидуху клюнуло. Что, опять? Да-да-да. О! По-моему, там звенит тоже. Там-то я не слышал, но тут-то дергался он точно. Ну, слабо, конечно. Может, здесь что и сидит, Наташа, не знаю. Или перекинем, или... Тихо. Не, ну ты слишком серьезная, Наташа, уже. Ну, вообще-то. Ну, потому что занимаюсь серьезными делами. А это серьезная удочка. Ну, да. А может, кофе? Давай.
краев не видишь. Цапля полетела. Цапля? Ага. Честно? Вон. Михална, знаешь, если мне в чем-то с тобой не повезло, да? Ну, кофе ты варить умеешь лучше всех. Где цапля там твоя? Уже улетела, опомнился. Тут Михална вывод сделала. Глубина немножко, та вон маленькая, поплыл. Так она сказала, что это червяк по дну пополз. Здесь у тебя побег. Кто? Плотва опять прискочила. Сколько раз он уже прыгает? Боже мой, я уже со счета сбилась. Я тут немножко в сторонку отошел. Вот, под бережок, под кустики закинул. Чисто с одним поплавком посмотрим, что тут. Настоятельно попросил, очень настоятельно, Наталью Михайловну вторую кружку кофе сделать. И посидеть в тишине. Здоров. Ясно. Что, клюет? Посидели в тишине. Не, пока не клюет. На что ловишь? На что надо? Червь, кукуруза. Арахис. Ну, у нас же есть эти, как там их? Кукурузы воздушные. Может, причепим? Ты точно, Наташа. Ну ты молодец, я забыл про их. Ну, сейчас посмотрим. Ваши ставки, господа, закинут или нет? Наташа! Привет! Закинула? Не закинь мне! Ага. Мы вчера сюда на разведку, можно сказать, подъезжали. Вон там на берегу парень сидел. Чистый карпятник. С Настей, я не знаю, там по телевизору только такие видел. И катушки, и удочки. Ну, чисто на карпа. Даже не знаю, взял, не взял, но сидел больше суток. Так что шанс, думаю, есть. Ну как дела, Михайловна? Совсем? Я, наверное, пока 100 000 раз закидывала, я червяк облазь воды отбился. Отбился червяк? Да, наверное, не шевелится. А он должен... Так, и так, и так, и никак. Так аж в чем это сложность? Ну, не получалось у меня. Я ее и так, и так, и сяк. И думала, сейчас как зацеплю за эту березу. Ну, получилось. Но не клюет. Смотри, какую гулю наваял. О, залипуха у тебя какая. Но. На теперь тебе воздушную кукурузу. Это у нас красного цвета, клубничная. Уверена? Нет, она готова. Лежала вместе с чесночной, и поэтому она теперь чесночная. Сойдет. А не колбатнуть ли нам что-нибудь? Например? То, что ты сейчас насыпала, манки? Имею в виду. Да, я про приманку. Давай, я этого не умею. А что с ней надо сделать? Сыпать типа как... прикормку? Нет, Наташа, я тебе сейчас покажу. Ну, давай. Тем временем у нас вечереет. Денис Юрьевич воюет с мальками. Решил на манку ловить. Тут как только закинешь, сразу и клюет. А что клюет и кто клюет, понять не может. Потому что либо терпения не хватает дождаться хорошей поклевки, либо там настолько мелкое, что вообще мелкое. Тут столько у нас слов красивых, что в эфир и не выйдет. 10578 попытка. Видите, сразу начинает клевать. А что там клюет, мы так и не увидели. Ты ее сейчас, да, это мы уже слышали. Оп. Когда же у тебя уже терпение закончится с ними гуляться, а? Сейчас. Ждем. А, намотал, хорошо. Ну, ждем. Ну? О,
выкалывать, видишь? Угу. Он нормально потянул. Ну там, наверное, очень крупная рыба, чтобы нормально потянуть. Дико крупная. Ну? Все, цепляю червя. Ты нахулялся? Угу. Все. Все? Хватит. Все. Барни, манку можешь доедать. Видите, Денис занят делом. Поменял крючок на более маленький. И вместо манки решил обмануть рыбу пуфиками. Со вкусом меда. Но она, если честно, медом и не пахнет. Изобретает. Хочет выловить этих наглых мальков. Манку неудобно. Ее как закинешь, сразу она размокает. Надо очень часто удочку доставать и закидывать. А тут решил схитрить. Ну, посмотрим, чем все закончится. Победой. Ну, надеюсь, победой, да. Победой Дениса над мальками. Это не малек. А кто это? Какая-то с***. Придется запикать, Денис. Денис просто очень злой. Очень. Все, Михайловна, хватит заниматься ерундой. Угу. Не нервничай, Денис, ну не нервничай. Ловить большую рыбу. На что будем ловить? Будем ловить на червя, на эти, кукурузу воздушную, на невоздушную кукурузу, на все будем ловить, кроме манки. Хорошо, хорошо. Что тут Денис, ты разнервничался? Наверное, тебе надо покормить. Ой, а вон она, а вон она. Ондатра летающая. О, Наташа, ложить собирается. Тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо. Ну куда, куда? Тихо, тихо. Я уже пошла, пошла. Пробуй, пробуй. Есть? Да. Есть? О, хорошая рыбка. О, молодец, молодец, Михайловна. Хорошая плотвичка. Хорошая. Хорошая. Вот хорошо. Тихо. Карусели. Барни в шоке. Карусели. Вот. Словила. Это мы словили ее на что? На пуфики маленькие. На пуфики. Пошло клевать на пуфики. Да, да, да. Ну видишь, вечереет. А вот тут, вот на этой, мы здоровые закинули. Ласточки летают. Летают. Здоровые пуфики закинули. Тут конкретно дернуло. Ну, дернула, сейчас пока. Она, походу, уже все сели, твои пуфики надо перекидывать. Да. Судя по барниной физиономии, в беседке что-то происходит. Сейчас глянем. Что там Михайловна увидела? Что, газ регулирую. Ну, огонь. Да, был огонь. Кремня выбила. Одним нажатием клавиш. Да, сейчас добудем жирок, на котором впоследствии будем жарить по традиции. Да. Сосиски. А почему по традиции? Потому что мы один раз забыли подсолнечное масло, но взяли сало. И, короче, мне больше понравилось на жиру, вот так вот, на природе именно, чем на этом, на подсолнечном масле. Угу. Я имела в виду по традиции сосиски. А, ты про это? Да. И пока добывается жир, будем нарезать сосиски. Что-то у меня там клюет, Наташа. Сосиски с сыром. Очень вкусненькие. У меня клюет. Беги тогда. Все проголодались. Ждут не дождутся. Жаль, лука зеленого забыли взять. Очень жаль. Вот чуть-чуть огоньку дать. Вот. Супер. Угу. Шесть. Ой, какой еще странный. Что мне все в разные стороны разопрятились.
Отлично. Теперь немножко специй. О, ты пух пугаешь. Вниз, блин. Клюет. Что клюет? Клюет у меня. Где клюет? И все это грязное, чумазное, но довольное. Но Галина Владиславовна не видит, что Алиса кушает. О, все, получим трензелей все тогда. Да, наша Алиса, она гимнастка. И уже не любительница. Уже можно сказать. Ну, не профессионалка, у тебя какой второй взрослый разряд? Сколько лет? 8 лет. Это папа спрашивает вас, сколько лет. Что покушать? Что покушать? Ты, Наташа, ну вкуснятина. Очень вкусно. Что-то жалко, старших нету. Ну да. Ну, а что сделаешь? Ну, старший экзамен, 11 класс. Да. Сдают экзамены. Молодец. Хорошо сдает. Анюта за компанию осталась. Так сказать, да. Главную. Да. В городе двое и с нами двое. Угу. Ну, а Кисуся в деревне за главного. Это, ну, это, не знаю, это вот Кисуся, да, это кличка кота. По-моему, более идиотского клички кота нету. Слава богу, но что он не понимает нашей речи. Ну, на Кисуся только откликается, все. Что там клюет опять? Опять, походу, проворонил. Удар конкретный был. Фрикцион размотался. Один раз стукнуло, да и все. Буду я, наверное, перебрасывать. И тут что-то дергало, тоже переброшу. А Наташа тем временем будет готовить малых ко сну уже. И мы будем готовиться к ночной ловле. Что-то клюнуло там. Это вам. Это спасибо. Ай, яички. Спасибо большое. К сожалению, ни шоколадки, ни печенья нет. Нормально. Как-то не предусмотрели. Михайловна, а где разлетайки мои? А что это такое? В смысле? Разлетайки. Что это такое? Боты, Наташа. О, я первый раз так слышу, как ты их называешь. Всегда так называл. Первый раз слышу. Ты не забыл их? Нет, ты их брал. Хотя я не знаю, свои-то я видела, твоих нет. Будем искать. Ищи. Красота какая, да? Угу. Вечер стихло. Вообще класс. Еще поклевало? Не, ну немножко поклевывает, но то, что нам надо, так не особо. Какие наши дальнейшие планы? Ловить рыбу. Трофейную. Ну, сейчас уже надо будет потихоньку, чтобы пока не стемнело, стелиться. Малым стелить в машине. Ну, там да. Там палатки. Песика покормить, бедный бегает. Песика покормить, да. Песика покормить обязательно надо. Дети спят в машине, мы с Михайловной в палатке. Костер еще будем палить. Ну, да, костер попалим. Будут танцы дикие возле костра. Ой! О! Опять дракон, да? Да, дракошечка. Ерщик. Слушай, а так клюнула и думала, ого, рыбёха огромная. Вот. Не, ну он такой не маленький, если хочу сказать. Нормально. Михайловна, смотри. Ого, это же окунь, да? Да, хороший. Хороший. Что, Лизка клевала? Не? Чуть-чуть. Чуть-чуть.
У нас где-то колокольчик дзинкнул. Либо тут, либо там. Я даже не понял. Стой. Ну. Тяни, 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 давай. Давай, тяни. Ай. Ничего. Ничего. В следующий раз. Ну что, солнце почти зашло. Гумули обуты. Что-то подергивает. Песик спокоен. Песик поел. Наталья Михайловна, Алиса Денисовна. Ждем костер. Да. И что делаем? Что, танцуем дикие танцы? А тебе только потанцевать. И попеть еще и могу. И поесть. Еще будем жарить сало. О! А, да. О, начинается. Клюет? Не, ну я слышал. Вон мы подорвались, да? Удочку, конечно, не сносит, но дергает. О, видишь? Тихо, тихо. Видишь? Давай, берись, бери, бери. Беру, беру. Ой. Тихо. Наташа, когда дернет, давай, 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 давай. Это я дергаю. А это ты? Ага. Давай. Ну? А-а-а. Что? Если что-то есть, то... Не сильно, да? Угу. Я тут, короче, перекидывал. Ну, ракурсы там подбирал, все там говорил, как надо. Михайловна за оператора была. И что получилось? А у тебя часто такое бывает? Что ты не снимаешь? Осечка, в смысле, да? Ну, да. Ой, это... В смысле, на плей не нажала. Угу. Угу. Есть от кого учиться, есть, да, от кого пример брать. Это вот у соседа набрала балясок, Михайловна. Что? Баляска. Ну, кто вот. Кто набрал? И еще и у соседа. Что за подстава, Не слушайте, это он сам где-то брал. Я не знаю, где даже. Там заборов много. Там нечаянно разрешили. Угу. Где же ты там был? Где же дым? Фу. Барни, ты что, купался опять? Господи, сохнись. Так, ночлег мы почти уже подготовили. Вот тут вот будем мы отдыхать, а дети, детям чуть теплей и покомфортней. А вот здесь вот будут. И чтоб не изобретать велосипед, вновь сало. Ага. Жарим. Смотри, как шкварчит. Я тоже хочу. Сейчас, Юра, сейчас. Ой, красота какая, Наташа. Я тебе сейчас пожарю дам. Сейчас вот на хлебушек. Он сам хочет попробовать. Еще, я сам все буду делать. Может, в костре жарим? Всем доброе утро. 4 часа, даже еще нету. И вот какие у нас дела здесь.
вроде как не клевало. Вот поплавок лежит под самым берегом. Вот он. Тот тоже немножко согнало. А вот здесь вот. Вот здесь что-то клюнуло. Возможно. Возможно, здесь сидит. Ой, слушайте. Клюнуло, походу, нормально. Вот как леска провисла. Полностью. Вдали вот дамба булькает. Возможно, из-за ее колокольчика не услышали. Плюс тут компания где-то неподалеку. Там передоплясали целую ночь. Сейчас вот обтихли. Наталья Михайловна спит. Дети спят. Мы с барней проснулись. Сейчас будем перебрасывать, да и смотреть все. Бобр пошел или андатра. Испугалась. Ну что, ребята, плотва вот, до этого окунь такой довольно нормальный, что-то еще он тоже на червя начал клевать. Хорошо. Песик явно не доспал. Вот. Михайловна что-то спит долго. Наташа, пошли ловить. Чего? Пошли ловить рыбу. Не хочу. Такая ты рыбачка. Все, барин, мы с тобой обиделись. Пойдем вдвоем ловить. Михайловну не добудиться. У нас тем временем солнышко вылезло. Поклевывает. Две или три плотвы словил такие хорошие, уже не снимал. И ерша одного опять. О, что-то опять клюнуло. Барни, а кто это проснулся у нас? Разбудили. Ну так это время. Какое там время? Здесь 5 утра. Ну а как? Ой. Ой, какие сапоги холодные. И только ты мне скажешь, что меня зря разбудил. Особь, да? Угу.
Только скажи, что маленькая. Только попробуй ставить. Я еще молчу. А я сейчас посмотрю. Что-то ты какую-то строишь эту, как я сейчас сказать? Нормально. Ерунду. Ну, дым будет. Ну что, горит? Ну, допустим. Ну, вот ты отходи от моего костра, раз не веришь в меня. Ну, будем сейчас кофе пить с тобой и греться. О, кофе, Наташа, хочу кофе. А ты что, не пил? Нет. Если не клюет, то надо себя чем-то занять, правильно? Тихо, я завтракаю. Ага, например, поесть. Например, если у меня сейчас упадет сало, Денис, тебе... Фу, барбич, это... Ты как пришел, у нас дым пошел на нас. Башки наращиваешь? Да. Холодно спать было, поэтому надо нарастить. Ты, ну, начало лета, да? Я в двух кофтах, в куртке, и причем солнечная погода и не это. А у меня не снимать байка, гольф, одна байка, вторая байка, и у этого куртка теплая на меху. И все равно холодно было. А ночью замерзли, это, я не знаю, мы осенью, помнишь, были? Ну, как-то? Так осенью так холодно было. Ну. Ночи длинные были, ночевали, и совсем нормально было. Совсем нормально. Надо было пёсика с собой пригласить, положить посредине. Он теплый, мягкий. Да? Песик. Приятного аппетита, Михайловна. Спасибо. Не торопись. Ну, что ты не сказала? Как всегда. Тяни. Есть? Есть. Хорошая? Не, маленькая. Ты, ну, нормальная? Нормально. Ну да, 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 нормально. Ну я там кукурузина сейчас. Ну, карусели у нас опять. Оранжево-глазовая плотвичка. Короче, что у нас сейчас? Что у нас сейчас было? Запись не включили, потому что не успели. Вот. Закидушка лежит. На ее словили только что плотву. Примерно такую. Наташа эту удочку вытянули. Тут подсекали, но это. Ну, короче, не посекли. На три штуки сразу клюнуло. Будем надеяться, клюв начался. Ну да, да. С утра, видишь, не клювало, сейчас солнце поднялось. Вроде как и да. Что робишь, Наташа? Ой-ой-ой. Загляделась на поплавок. Ты это, ты уж очень сильно загляделась на поплавок. Ну ничего. Просто очень сильно поджаренное сало. Да, Барни? Песик подуть хочет. Но он нам чуть кукурузу не съел. Хорошо, морда не влезла в банку. Ну, языком подоставал, чтобы выпил эту всю воду. Не воду, как она? Ну, рассол это. Нормально? Нормально? Отлично. Горчит немного. Ничего.
Ну а сейчас, друзья, вы увидите по-настоящему, без преувеличения, классную рыбалку. Карп, сазан, сколько их было, со счету сбились. Ну и, конечно, эмоции от пойманной рыбы. Их было море. А посмотреть, собственно, можно вот тут. Нажав на эту картинку, видео и появится. Всем приятного просмотра, всем удачи, всем пока, всем больших рыб.